Всем привет, если я Криплей Про, сегодня у меня будет, я вам расскажу про новое обновление Brawl Stars. Во-первых, новое одиночное столкновение, хэллоуинское, да, хэллоуинское. Когда выберем обычное, будет обычный бо, а когда этот, тогда, ну не только бо, могут быть все бойцы, все, которые вы хотите. Например, выбираем, например, где кольт. Выбираем. Опа-на! И он становится невидимый. И так можно вообще бесконечно делать. Дальше, самое главное, вышел новый боец Амбер. К Хэллоуину они Brawl Stars подготовились впервые всех. Быстрее всех, то есть, извините за ошибку. Вот новый боец Амбер, заклинатель огня. Амбер любит играть с огнем и знает, как устроить по-настоящему теплую вечеринку. Этот боец очень крутой. Крутой тем. Тем, что посмотрите, как он стреляет. И вообще, какой он как он круто выглядит. Посмотрите. Опа. Видите, как она прям стреляет офигенно. Ульта, и она кидает бензин. А бензин, кстати, огонь, если он воспламеняется. И может вот так вообще бесконечно со всеми делать. О, офигеть. Это нереально. Может, и ульта, особенно в роборубке, я думаю, она будет очень хороша. В роборубке она вообще будет просто чит. Вообще хит просто будет. В роборубке это будет просто хит. Я вам отвечаю, это будет хит в роборубке. Но этот боец везде будет хит. Так что погнали. Дальше. Новые скины. Следующее это новые скины. Поэтому погнали. Сейчас я вам покажу их. Да, новые скины. Давайте посмотрим на них. Во-первых, сейчас их за 700 гивов продается, и поэтому вот новые скины. Ну, а нет, это скин старый, ведьма Шелли, инфернальный Бо, и зомби Биби скоро выйдет. Вот тут, кстати, появились. Ну, эти скины прикольные довольно. Опа. Скин к Хэллоуину. Ну и, короче, вот так. Ладно, на сегодня это все. Вот такие вот новости к обновлению. Новости к обновлению вышли. Это мне очень понравилось обновление. Кстати, у меня уже 7000 кубков. И, кстати, моему папе уже выпало колет. Прикиньте, у него гейл и колет теперь есть. Офигеть. Ладно, на сегодня это все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На с вами был я, Криплей Про. И всем пока-пока.